Всем добрый день. Сегодня 15 июня. Сегодня у себя в пруду обнаружил мальков карпа коя. Несколько дней назад видел, как самцы, видимо, гоняли самку. Киса. Ох уж это киса. Вот. А сегодня прихожу, малечки плавают такого-то краса, желтенького и темненькие. Ну, поймал пока два желтых. Блин, они неожиданно быстрые для меня оказались. Я их с очком. Так, киса, подожди, не могу поймать. Вот он. Малечек. И второй в воде. На глубине ведра. С такой вот точечкой на спине. Ну, может быть, у профессионалов это брак. А для меня любая рыбка, малек. Я этому рад. Потому что у меня их всего 5 штук осталось из 7 купленных. В прошлом году. Я их покупал в 18-м. Собственно, как и предустроил. И вот. Малечки. Ну, не знаю, пересадить попробую их в аквариум, что ли. Боюсь, что как бы их взрослые не поели. Желтеньких я насчитал порядка 9 штук, и темненьких, по-моему, штук 5. А вот сколько их на самом деле и сколько выживет, это вопрос. Ну, будем смотреть. Так, киса, ну что ты пристала? Все, всем удачи. Пока.